Друзья, всем привет. Этот коник выспался, наелся, сходил по своим делам и понеслась опять у него. Ни минуты покоя, вот такое. Кувыркаемся. Только что листик нашел. Прилип к тапку, занес его в дом. Он схватил этот листик, как и погнал играться с ним. Ты, серый кот. Поймал. Ты поймал? Вот такое. Играется все время с рыжим. Рыжий нехотя, ну, играется потихоньку. Ну-ка. Ух ты. Игруля. Сейчас пойдем гулять скоро. Щука дожарится. Добрые люди угостили щукой меня. И она сейчас... Мы покушаем и пойдем гулять. На, все, поймал. Друзья, приветствуем еще раз. Прежде всего, хочу лично поблагодарить всех за помощь, за теплые слова, за подарки моему ребенку, которому сегодня исполнилось 17 лет. Очень приятно был, он удивлен телефоном, не ожидал он этого. И прочее, как говорится, ништяки. Поэтому огромное всем спасибо. Честно говоря, ну, тронут. Я ему давал читать комментарии и в Телеграм, и в Ютубе. Ну, смотрю, парня это тоже зацепило. Пойдем, друзья, гулять. Бегут мои подопечные. Так они только что трескали кашу. Да, Люся? Ага. Купил я, давеча так захотелось мне паштет шпротный из рыбы. Я его купил, ну, не стал я снимать, это черкасская фирма какая-то делает, не помню название. Там есть обалденный завод, торговый дом Супой называется, у них рыба вообще огонь. Я, кстати, был на этом заводе, давненько, правда. А это какая-то фирма. В общем, я не стал ее есть, это просто что-то с чем-то. Мне только что варилась каша для собакина. Это, скажите, пшенка. Чередуем каши, чтобы она не надоедала ему. И вот я взял этот паштет, намешал с этой кашей пшенной. Ой, мама, не горюй. Как они это все дело трескали. И маленький там подскочил. Но я его ограничил в объеме, чтобы, ну, не знаю, все-таки маленький еще кот, котенок. Ну, немножко так проявил интерес, полыскал. А взрослые коты, особенно Сэм. Сэм не знаю, где Сэм, я только что звал. Где-то лежит, наверное, отдышивается, как говорят. Такую сверху, как глянул на него, мама родная. Я еще был в очках, очки увеличивают. Такой полосатая туша лежит. Ну, то хорошо, лишь бы все к месту прижилось. Потому как скоро холодно будет, и у них больше будет тратиться калорий. Сегодня ездил на курорт, на Вейсовое, тоже просто отдохнуть. Морально, эмоционально. Видел там лебедей, двое взрослых и трое птенцов. Ну как, уже такие великорослые. Великорослые взлетели с озера Вейсового, рядышком то, которое ближе к сользаводу, ну, местные знают. Я смотрю, они вся банда здесь, вся черная банда, манюни не хватает, ну, ждем. Вот, они перелетели с Вейсового на Кирпичный. Там был кирпичный завод когда-то давно, и озеро прижилось название. Поехали на Кирпичный, рыбу половим. Там очень много было карася. И вот такой странный, интересный феномен. Вот это озеро Кирпичное, так называемое, оно пресное. А буквально разделяет дорога, проезжая часть, небольшая такая, и пляж Куба коммерческий, тот, который я говорил. Там вода соленючая. Вот так вот, как-то они между собой не сообщаются. А Люсе нравится, смотрю. Люся, вкусно? Ага, вода нравится. Так мотыляет языком своим.
Потом переехали в парк. В парке встретил приятную пару. Мужчина, ну, со здоровьем, видать, не очень хорошо. У него такая колясочка на колесиках. Не колясочка, а ходунки, так скажем. Приехали с Израиля, говорит, мы, говорит, смотрим вас каждый выпуск. Ну, было так, тоже приятно было на душе. Ага, а тут терки пошли. В общем, поездили мы сегодня туда, сюда. Смотрите, как хвост интересный эффект дает. Что такое? Смотрит на мой карман. А, оно еще видно, хлеб. Держи, держи. Иди покушай. Да, ну основное событие было, естественно, конечно, это день рождения ребенка. Он меня удивил. Смотрю, компьютер выключенный у него, а телевизор, на телевизоре YouTube. Я так не понял. Смотрю, захожу за телевизором, лежит какой-то блок. Потом лежит блок питания с компьютера. Смотрю, какие-то огоньки там. Ну, смотрю, сетевая карта. В общем, он со старого компьютера собрал себе передающее устройство информации на телевизор. Я говорю, ну, удивил, молодец. Шарит человек. То же самое, посидели немножко, отобедали, победничали, как говорят. И поехал я на природу. Да, Собакин? Сейчас там тебе каша остывает, обалденная, вкусная. Пойдешь кушать? Ого. Ну, сейчас пойдем. А что, я в парк поехал? Там в парке посажена глициния. То, которую нам передали из Днепропетровска, из Днепра, как он сейчас называется. Она там еще такая молоденькая. Ну, такая. Она когда цвела, я снимал весной, по-моему, или в начале лета. Я не мог понять. Они вот цветы похожие на акацию. Не раскрывшиеся такие. Они такие нежненькие. Я смотрю, это точно из лиановых. Лиановые. Ну, когда прислали, вот я уже понял, что это глициния. Кто это? Пуня? Пуня — это лягуха. Не вздумай прыгать. Ух, нифига себе. Либо они столкнулись случайно, я только что видел, смотрите, пузырьки воздуха выходят. Либо лягушка атаковала рыбку маленькую. Интересно. О. Алло. Люся. Да, представляете, как они. Видит око, да зуб не имет, как говорят. О, уселись. Поудобнее. Сейчас пойдем, там щука жареная. Я и с вами поделюсь обязательно. Куда ж ваш денешь? Хоть вы и каши налупились вдоволь. Ну, рыба для них святое. Пойдем. Люся, Пуня, пошли. Собакин здесь. Ветер, правда, был прохладненько. Ну, а так вообще погода комфортная. 20 градусов тепла. Если бы присутствие ветра, вообще была погоня. Ну, смотрел, вроде как с завтрашнего дня, там похолодание. И в дневные часы, и вечером. Ну, а что мы хотим? Завтра уже у нас 13 октября. Неумолимо наступает осень. А тут сколько листьев насыпалось. А я не туда. Ха. Да, давай, догоняй, подтягиваемся. Пуня. Не за горами. И уже надо будет протапливать хоть пару-тройку часов. Потому что я смотрел по датчику, который висит, определяет температуру и влажность. 61% влажность в доме. Именно в комнате, где он висит. Ну ничего. Все это скоро будет убираться, вот эти перчики. И все остальное. Рыжий сидит, он там хвостом машет. Так, пойдем, друзья, мы будем в доме кушать щуку. Ну, естественно, поднимемся кое-чем настроение, потому как день рождения — это святое. Еще раз хочу поблагодарить всех за поздравления, за подарки, за поддержку.
очень честно говоря, трону до души, от души. Якуя. Пойдем дом. Всем хорошего, тихого, мирного вечера. Всем удачи, добра. Несмотря ни на что, остаемся на связи, друзья. Всем-всем пока.